Смотри, видишь, как древние клинки почитали Римана Сиродила? Мы выступаем? Идем. Спасибо. Отлично. Так о чем мы? Что тебе нужно, Довокин? Поразительно, правда? О, спасибо. Отлично. Так о чем мы? Смотри, это Алдуин. На этой панели показано начало времен, когда Алдуин и культ дракона правили Скайри. А вот люди восстали против своих хозяев драконов. Легендарная война драконов. Центральный сюжет стены – победа над Алдуином. Видишь, вот он падает с неба. Орцкие языки, мастера голоса, встали против него. А как они его победили, показано? Разве мы не за этим пришли? Терпение, солнце мое. Коверцы никогда не отличались прямотой. Тут сплошные аллегории и мистические символы. Да, да, вот эти завитки, которые идут изо ртов героев нордов, так коверцы обозначали к... Что это за крик? Скорее всего, нечто особенное, тесно связанное с драконами и с самим. То есть они победили Алдуина при помощи крика? Это точно? Несомненно. Они бы не стали так выделять крик, если бы он не был важен. Вспомни, эта стена создавалась специально для будущих клинков. Здесь нет ничего случайного. Значит, нужно искать крик. Проклятие. Тебе доводилось слышать про такие вещи? Про крик, которым можно сбить дракона с неба. Я боялась, что ты так и ответишь. Думаю, тут уже ничего не поделаешь. Придется просить о помощи седобородых. Я не хотела к ним обращаться, но у нас нет другого выбора.
Да уж. Хорошо, что они тебя уже приняли в свою секточку. Вряд ли они помогли бы мне или Эсборну, если бы мы попросили. Мы осмотрим храм Небесной Гавани и поглядим, что еще нам оставили древние клинки. Даже я не могла представить себе более надежного укрытия. Да хранит тебя Талос. Смотри, на третьей панели. Пророчество, которое привело Акавирцев в Тамриэль. Они искали Давагина. Это Акавирцы, клинки. Видишь их особые мечи? Вот они преклонили колени, исполнив свою миссию, а последний драконорожденных сражается с Алдуином в конце. Смотри внимательно, Дельфина. Возможно, мы и о себе что-то узнаем. А, говори громче, я малость туговат на правое ухо. Тебе повезло. Есть ритуал, который клинки использовали перед боем. Предположительно, он помогает подготовить сознание к сражению с драконами. Не думаю, что эффект ритуала действует долго, поэтому скажи, когда соберешься выступать, и я сделаю все необходимое. Пусть чешуя рода драконьего расступится перед твоими стрелами и проломится под твоим мечом. Вот и все, Давагин. Удачи тебе. До свидания. Я прямо за тобой. Ладно, что мне понести? Тогда пойдем. Я тебя прикрою. Ладно, что мне понести?
говоришь? Тебе что, интересно? Что-нибудь есть? Все-таки пока.
Thank you.
смотри. Пещера. Кто знает, что там внутри? Ah!